Доброе утро, мои дорогие. Вот, иду я. Прогуляюсь немножко с вами. Ну, девочки, что-то у нас сегодня море шумит. Я думаю, пойду прогуляюсь. Ой, смотрите, кто это у нас. Кошечка. Ничего нету, даже ничего нету. Давай булочку дам тебе. Булочку дам, ей сейчас будет кушать. Но подожди. На булочку, на. Бери булочку, вон булочку давай. Нету корма, я корм не брала с собой. А булочки, девочки, да? Не хочет булочку кушать? О, видно, булочка невкусная, да? На. Булочку, кушай булочку. У меня ничего нет, кроме булочки. В общем, иду. Схожу, посмотрю. Что говорят опять? Ну, вроде бы вчера не сильно большой был. Когда мы с вами снимали? Позавчера, да? А сегодня штормит. Смотрите, красавица. Нет, булочку не хочет есть. Видите? Что-то вкусное хочет. А у меня вкусного ничего нет. Ничего нет. Вот булочка и была. Я купила булочки, пошла. Ну и угостила. Ой, засранка. Ну все, ничего нет. Что есть, я тебе дала поесть, все, иди кушай булочку. Может, кто-то вкусненьким кормит ее здесь. Прогулка. О, провожает. Котик наш провожает. Вот такие делишки. Листопад у нас, видите, сыпется. Я сегодня поубирала. В 5 утра мы пошли. Поубирали. Сейчас побежала быстренько, булочки купила. И думаю, сбегаю, посмотрю, что у нас на море там. Ой! Делается. На море. С утра едут машины непонятно куда. Ну, вот это у нас тут сдается тоже. Вот здесь. Сдают вот сутки 600 рублей, девочки. Кому надо, вот здесь сдается посуточно. Это самое, квартиры. Зимний период 600 рублей, по-моему. 600 рублей, да, сын говорил. Друг тут приезжал и снимал по 600 рублей. Ну, поэтому... Можно, даже он наверху, комната есть. Но на зимний период, мне кажется, там будет холодно. Там отопления нет. Вова там был, говорит, отопления нету. Вот. Только камин. Ну, и камин можно включить. Вот. Можно включить, погреться. Девочки. Вот так здесь у нас красота такая. Птички поют. Это у нас церковь. Нижняя церковь, девочки, у нас здесь. Я по-моему, те видео показывала. Вроде у меня видео есть. Там я снимала. Если не удалили. У меня 5 видео исчезло. Нету. Снимали мы собаку свою. Тут это самое. Что-то я не нашла. Потом там у меня... Внуки поздравляла с днем рождения, я их. И не нашла я видео. Потом еще там поздравляла кого-то. Я с днем рождения. Не помню, девочки, кого поздравляла. Но знаю, что у меня 5 видео нету. Вот. Поэтому не знаю, куда они делись. Вот такие делишки. Ну и решила с вами прогуляться. Немножко с вами поболтать. Вот. И сейчас приду домой. Начну чем-то заниматься. Мне надо было сегодня в больницу поехать опять в Алушту. Но я, наверное, понедельник поеду. Сегодня уже не поеду. Наверное, понедельник поеду. Потому что сегодня пятница. Пока я туда-сюда. Нет, да. Уже сегодня не поеду, а понедельник съездим. Вот. Ну, вот такое утрешнее
прогулка, девочки. Девочки, время 8:30. Вот я справилась с работой. Бегом побежала на рынок. У нас каждый вторник, пятницу приезжает рынок. И купила булочки. Вот даже кошке дала булочку, кусочек. Она не съела. Она даже есть не захотела. Бежала за мной, а кушать не захотела. Ну, это у нас тут уже все закрытый. Сезон закрытый, девочки. Видите? Сезон закрытый. Все поубирали. Все как положено. Море штормит. Да, море штормит, девочки, точно. Но вчера было очень сильно. Море штормило. Ну, сейчас мы придем на море и с вами посмотрим, как он штормит у нас. Девочки, мальчики мои, пришли мы на море. Посмотрите, что делать. Да, сегодня вообще ужасный шторм. Видите? Ужасно, как оно у нас тут. Ой-ой-ой. Поэтому я так думаю, что даже рыбаков нет. Видите, что делается? Я еще вчера слышу, что такой шум был. Но думаю, не пойду. А сегодня думаю, нет, надо сходить, с вами побыть, немножко посмотреть, какое у нас море, какой у нас шум. Вот видите, как у нас тут. Наверное, надо будет с вами немножко посидеть, послушаем шум, отдохнем возле моря. А потом домой пойдем. Вот у нас такое. Видите, что делает. Прямо сюда, видите, что лужи какие, какой шторм сильнейший. Ну что, мои хорошие, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте, заходите и смотрите. Для вас стараемся все это делать. Прямую трансляцию, девочки, не могу с телефона сделать, так как меня почему-то не подключили. 1000 уже у меня есть. Крестик уже пришел есть, уже третья неделя пошла, а никто мне не подключает. Вот такие дела. Приходится только делать нам прямо это видео. Снимать и выставлять. Вон мужчина пришел, смотрит. Ну все, пока-пока. Девочки, смотрите, как кошечка наблюдает. На машине сидит. Ой, какая красота. Привет. Убежала. Ты что, испугалась? Ой, ты, Сенечка, испугалась? Ой, какая красота. Девочки, я вообще помешана на животных, поэтому... Кстати. Привет, привет, скажи. Ой. Масенька. А, приветики. Девочки, чего ты нам говоришь? Девочки, смотрите. Какие у нас красотули здесь на море. Видите, котята были. Хорошие кошечки. Ну все, мои хорошие, пошла я домой. Давайте.